Прокуратура Ростовской области сообщает о том, что за получение взятки оперуполномоченный Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Ростовской области Аркадий Музыкян и начальник одного из отделений ведомства Вадим Щебуняев за получение взятки приговорены к штрафу в 3 миллиона рублей каждый. Речь идет о том, что 2 марта 2012 года в здании управления офицеры наркоконтроля получили 300 тысяч рублей. За эти деньги они обещали посодействовать в избежании наказания подозреваемому в продаже наркотиков. Помимо штрафа, Музыкян и Щебуняев лишены званий и еще 3 года не смогут работать в правоохранительных органах.